просто огорчил тот момент, когда я говорю, что мне здесь не хочется находиться, давай уйдем. Он на лобном говорит, давай уйдем. А потом, когда я начинаю уходить, он такой, нет, я не уйду, давай лучше ты назад. Вот это странно для меня. То есть я могу остаться, я абсолютно ничего не боюсь. Я могу остаться, я могу дать, извините, по голове всем моим обидчикам, но зачем? Нужно ли мне это или нет? Нужно ли мне находиться в коллективе? Я когда шла на проект, меня предупреждали, говорят, Олесь, без драк там не обойдется. Я максимально старалась их избежать, вообще не конфликтный человек, повторяю это миллион раз. И, не знаю, пусть это выглядит как бегство, но я оставаться действительно...